Говорите. А вот сегодня вечером земные поклоны делаем, Благовещение же завтра. А никак нет на это правила, молитву, никакого. На поклону не отражается. Молитву Ефрема Сильно читаем вечером? Нигде нету изменения в зависимости от праздника. Только на субботу и воскресенье. Понятно. Спаси Христос. Ну, мы сами не придумываем. Ну, разрешается рыба завтра.